Всем привет, с вами Ял, и это быстрый обзор модов. И этот мод нам добавляет в игру экзотических птиц. Много птиц, которые сидят в этих сундуках. Как вы видите, мод довольно большой, но я постараюсь на него сделать максимально компактный обзор, чтобы было все понятно, быстро и круто. Ну что ж, давайте приступать. Итак, первая птица у нас казуар. Казуар — это птица, которая обитает где-то в Австралии. Вот такой вот казуар, он не умеет летать, он умеет стоять. И яйцо казуара. Да, кстати, у каждой птицы, конечно же, есть яйца, из которого она вылупляется. Вы можете взять это яйцо и... Да, вот, видите? Если вы будете кидаться яйцами, то из какого-то яйца с 10% шансом выпадет казуаренок. Да, когда вы разбиваете яйца, также выпадает яичная скорлупа. Это у нас утка. Да, обычная утка, которая крякает. Да, вот такой вот утеночек, маленький утенок. Ну, эти милые существа могут дополнить ваш двор. И дальше у нас идет фламинго. Да, именно, то самое розовое существо с длинными лапами. Да, вот, вот такое фламинго. Довольно прикольное существо. И из такого фламинго падает raw large bird meat, что в переводе большое мясо. Здесь несколько разновидностей мяса. Из детенышей падает небольшое мясо, среднее, маленькое. Из взрослых особей падает вот такое вот большое. Дальше у нас идет адамина. Я не знаю, что это за птица, я никогда не слышал о такой. Я немного погуглил и перевел, что Golden Finch — это адамина. Да, вот такая вот адамина. Она еще бывает разного цвета. Вот такие вот прикольные адамины. Дальше у нас идет колибри. Колибри — довольно известная птичка. Вот такая вот маленькая. Очень тяжело ее поймать. И она очень красивая. Смотрите. Зеленая, фиолетовая, светло-зеленая. Дальше у нас киви. Это маленькая птичка, которая с длинным носом. И она просто стоит. Детеныш киви, смотрите, какой прикольный. Да, ставьте лайк, если вам нравится детеныш киви. И идем дальше. Лирохвост. Вот такой вот большой лирохвост, давайте наспамим их. Птенец лирохвоста. Маленький, прикольный, быстро бегает. И следующая у нас сорока. Такая вот обычная сорока. Кстати, вы можете их встретить вообще везде, во всем мире, на деревьях. Следующий у нас страус. Страус — это острич. Вот такой вот страус, такой прикольный, он большой. И он куда-то уже побежал, видимо, он нас испугался. Следующая у нас сова. Белая сова, коричневая сова. И они уже начали... Вот такая вот сова. Куча сов! И следующий у нас идет попугай. Попугай — это круто. Почему я положил сюда семена? Да, почему я положил семена? Потому что сейчас я вам покажу, что... Когда вы достаете семена, то они все следуют за вами. Есть еще вот такие попугаи. И вы можете заставить их сделать новых попугаев. Это что, уважение? Респект попугая? Следующий у нас идет павлин. Павлин — это, наверное, самая красивая птица в этом моде. Потому что он... Нет, это не тот павлин. Это не тот павлин! Вот, да! Это этот павлин. Я могу управлять его хвостом. Пеликан. Пеликан — это... Вы знаете, кто это. Это пеликан. Вот такой вот пеликан, он просто сидит. У него большой оранжевый клюв. И он крутой. Но все-таки, наверное, самый крутой у нас пингвин. Здесь вот такой вот пингвин. Он просто стоит. Стоит и смотрит с братанами на районе. Че, пацаны, сегодня катку будем делать? Каточку сегодня затащу? Я у тебя спрашиваю. Катку будем тащить? И следующая у нас кукушка. Кукушка не обычная, а калифорнийская. Она быстро бегает. Я не знаю, что ты делаешь. Называется она Roadrunner. Можете погуглить, посмотреть, что это за такой вид птицы. Следующая у нас чайка.
Чайка всем известна. Чайка обитает у воды. Вот такая вот чайка. Вы сможете ее также найти в мире Майнкрафта. Их очень много летает возле воды, поэтому... И последний у нас стервятник. Стервятник, он крутой. Стервятник, он лысый. Он просто стоит и... крякает. И в этом моде есть еще одна офигенная вещь, которая крафтится из пера павлина и книги. Сейчас я вам покажу, как это крафтится. Берем перо павлина, берем книгу. Допустим, в верстаке. Делаем вот такой вот рецепт, очень простой. И вы получаете энциклопедию птиц. Да. В которой вы сможете найти описание всех птиц, которые есть в моде. Но при первом открытии вам показывают, что undiscovered, то есть неизведано. И чтобы эта книга показала вам какую-нибудь информацию об этой птице, допустим, о пингвине, то нужно подойти к пингвину, где мой пингвин, вот он мой пингвин, охраняет сундук, и нажать левой кнопкой мыши. Теперь у нас известен пингвин. Да, вот. Как вы можете видеть, пингвин. Да, ребят, забыл упомянуть самого офигенного моба, самую офигенную птицу в этом моде, это, конечно же, феникс. Да, вот такой вот офигительный феникс. У него 200 жизней, он горит. Он горит, как настоящий феникс. И вот такие у него дети, горящие фениксы. Это круто, это очень круто. Вот такой вот офигенный мод. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и пока.